Приветствую вас. Ситуация следующая. При толковании сновидения обычно предполагается за 2 недели до сновидения собрать как можно более подробную аналитику ваших жизненных событий, ваших переживаний, ваших эмоций, чувств, ситуаций, ассоциативных рядов и так далее. Потому что именно это определило ваш сон. И если мы хотим лучше понять значение для вас вашего сновидения, то это сделать необходимо. Далее. При толковании сновидений анализируется каждый его элемент. И анализируется элемент сновидения исключительно по ассоциациям. То есть, вот, например, вы говорите, я в гостях. Соответственно, как вы воспринимаете походы в гости? С чем это у вас связано? Что это для вас значит, да, поход в гости и так далее? Далее, вы говорите, в гостях у знакомой. Что это за знакомая? Кто она? Как она вам видится? Какие она вызывает у вас чувства? И так далее. Понимаете, да? Далее, вижу красивую лозу винограда. Значит, я так понимаю, что вы видите лозу винограда очень красиво. Такой набитый большие гроны. Наверное, хотели сказать грозди. Вот. То есть это, соответственно, тоже, что для вас это значит? Вот вы говорите, что я его ем, да, он такой вкусный, сладкий, вкуснее, вроде никогда не ел. То есть это своего рода такое удовольствие, да? Вот, соответственно, чем это удовольствие у вас ассоциируется, то есть в чем вы себе отказываете, может быть, здесь имеет место быть зависть и так далее, да? Если зависть, то к чему, кому, откуда она взялась, кто вам внушил, что завидовать нужно, да, то есть кто научил вас этому чувству зависти. Вот, далее, значит, вы срываете его и едите, да, то есть вы видите, у кого-то что-то из него хотите, вы это берете, вы это едите, вы получаете удовольствие, соответственно, здесь неудовлетворенность. Ваш сон, значит, показывает то, что вы не удовлетворены, потому что сон – это зрительные образы желаний человека. Вот. Сон – это зрительные образы желаний человека. Но значение сна будет простой интерпретацией того же психолога, если работать именно с толкованием, то есть пытаться его истолковать. Если мы хотим понять, что значит именно ваше сновидение для вас, то каждый элемент нужно проассоциировать, и тогда, я полагаю, что появится истинное значение сновидения уже именно для вас. Как это, ну, как вы видите его, как вы воспринимаете его. Ну, то есть не кого-то другого, да, интерпретация, а именно ваша. Но это, опять же, работа. В принципе, вы можете это сделать и сами, если есть желание. Вы можете сами посидеть, подумать, прислушиваться к себе, и вам, в принципе, вполне может что-то открыться, но опыт показывает, что с психологом, с человеком, который
будет наблюдателем в данном случае, будет вести вас, это будет быстрее, лучше, эффективнее. И самое главное, что выявить наедине с собой вполне возможно от каких-то ассоциаций будете закрываться в силу того, что посчитаете их неуместными, стыдными и так далее. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.